не только корюшку и навагу ловят Сахалин зимой. Очень популярным в соцсетях стал ролик островитян, которые выловили 6-килограммовую щуку. Его эмоции... Я даже забыла, которые выловили 6-килограммовую щуку. Рыбак был так рад, что его эмоции просто взорвали интернет. Невероятно, но факт, семья на Сахалине выхаживает около 50 экзотических животных. В этом году они официально открыли приют. Туда приносят змей и ящериц, которые просто надоели или стало тяжело за ними ухаживать. Турист из Приморья заблудился между двух сопок на горном воздухе. Снобордисту пришлось забраться на дерево, чтобы спасатели нашли его по координатам. Мужчину искали до 2 часов ночи, но все обошлось.